которые были накануне этого дня, когда мы устраивали разнос художников монет. И мне кажется, это очень символично, тем более, что, как вы видите, он это сделал раньше, чем вчерашний. Много лет я работаю, и когда на мобильном телефоне высвечивается телефон начальника, телефон становится всегда тяжелее, чем он есть на самом деле. И если вы снимете эту трубку, то вы почувствуете, насколько она тяжела. И эта работа посвящена знаменитому звонку Сталину Пастернаку. Насколько ты можешь быть размазанным этим звонком. Работа называется А-12-25, знаменитое стихотворение. Даже 4, скажем так. Первая работа – это «Кокни», работа, посвященная его матери, «Спящая мама». И, не знаю, это тоже очень интересный такой видеопроект «Расставание с прошлым», потому что у каждого были сервизы, которые стояли в горках. И вот как раз история про то, как молодой человек разбивает эти старые сервизы, которые стоят у него какого-то знаменитого глянца в январе этого года. Вот здесь они рядом, мне кажется, в таком диалоге между собой. Дальше группа Recycle. И снова не получается. И вдруг, понимая, что ты в поисках правильных ответов, ты, наконец, дождался автобуса, садишься в него и уезжаешь себе домой. Так что вот здесь вам художник и диалог в общественных установках и общественных пространствах, которые существуют. Дальше моя любимая молодая группа «Ели Кука», так как мы находимся в библиотеке, то это была моя личная просьба для того, чтобы они появились здесь. И вы классные, клевые, что вы сегодня в этот день вместе с нами. Я хочу сказать отдельное спасибо, честно, не только Центру Сияния, но и своей супруге, которая не входит ни в какие составы, но последний месяц, мне кажется, она просто... Благодарим каждого в отдельности из вас, что вы сегодня с нами. Празднуете наше десятилетие, наши масленицы, и многие наши гости с нами на протяжении всех этих 10 лет. И для нас это настоящая оценка дружбы, верности и преданности. И, конечно же, безусловно, отдельное спасибо Андрею, потому что если бы не он, все бы это вообще не состоялось. Да? И мы бы никогда... Большое спасибо. Спасибо большое. И еще один арт-объект, в котором вы находитесь, потому что не во всех машинах, в которых вы ехали, рассказали про это. Это вот про эту удивительную мозаику, потому что история вообще добрых дел Центра Сияния началась с того, что мы пришли, когда в ДК был ремонт, и эту мозаику собирались просто в закрытии, когда ребята увидели, сказали, вы что, это же произведение искусства, мы должны его спасти, и эта мозаика... Все, грузимся. Домой, в Москву. Нет, но мы весело летим. Народ не угомонился на танце, на борту. Спасибо, что были с нами. Но это было уже воскресенье, это непрощенное воскресенье, поэтому вдруг, друзья, если каким-то почищением мы вас обидели, чем-то извините нас, простите, мы вас... То есть еще мы уезжаем с подарками. Кстати, у каждого на сиденье рыба.